Добрый день, дорогие друзья! В прошлый раз я рассказывала, что очень люблю рецепты с мумиё, которые я беру в книге дедушки моего мужа Алексея Андреевича Иванова. Вот она, эта книжка, и тут очень много-много рецептов про мумиё. И на этот раз я хотела бы рассказать вам про рецепт снятия головных болей. Для этого нужно сделать 3% рецепт мумиё. Ну, обычно я заливаю вот такую баночку, когда у меня освобождаются они, и закапываю в нос. Смотрите, чтобы приготовить 3% раствор мумиё, нужно взять вот примерно вот такой вот кусочек мумиё и 100 мл кипяченой воды. Растворить его. Итак, наш 3% раствор мумиё готов. И чтобы было удобно его использовать, я заливаю вот в такую вот баночку. Потом чтобы головные боли прошли, нужно посидеть немножко в тишине. Будьте здоровы!